делать домашний тур, покажу вам свою комнату, но так как я живу в дортуаре, потому что я студент, да, вот мы находимся рядом с моего университета, сзади, а вот это мой дом. Я вам скоро его покажу, но потому что моя комната очень маленькая, и вообще я живу с кем-то в комнате, потому что это такие дома для студентов. Так, я вам покажу весь дом, так что идемте. Вот тут я живу. Я тут снимала видео несколько дней назад или неделю. Вот так. Тут есть очень много квартир. Я думаю, тут 1000 квартир есть. В каждой квартире 4 человека. У каждого здания есть буква. Я живу в букве C. И идемте за мной. Вот так выглядит наш подъезд. Я живу на втором этаже, так что мы быстренько поднимемся. Тук-тук, мы пришли. Так выглядит вход моей квартиры. Я знаю, скажу, что это очень уютный дом, и мне очень нравится тут жить. Несмотря на то, что я живу с кем-то в комнате, и квартира маленькая, можно сказать, но в Тель-Авиве, если вы не знаете, очень-очень-очень дорогое жилье. Я жила перед тем, как была студенткой, в квартире однокомнатной и платила за нее, думаю, $900 за маленькую квартиру, однокомнатную, малюсенькую, в хорошем районе. Так что это очень хорошо тут жить, когда ты студент, потому что платишь мало и живешь хорошо. Возле кухни наша ванна. Тут у нас два зеркала. Это я. Вам нравится моя прическа сегодня? Мне тоже. Тут я умываюсь. И вот это наш душ. Нормально. Дальше. Тут наш туалет. Не знаю, вам интересно. Я могу вам его показать. Туалет обычный, тут наш бойлер. Та-дам! Это моя комнатка. Добро пожаловать. Тут это моя кровать с этим прелестным одеялчиком. А тут спит моя подружка Даниэла. Я ее обожаю. Но она тут не находится сегодня, она уехала к родителям, к семье. Так что ее стол я вам не буду показывать, но вот это мой стол. Вот Себастьян. Вы помните Себастьяна? Он уже был в моем видео. Тут я редактировала для вас мой влог киевский, наконец-то же. Итак, давайте начнем. Что я могу показать? То много тут нету, но тут у меня коробочка, шкатулочка. Я взяла ее у моей мамы, вы, наверное, знаете. Такая вот давнейшая. Тут мои сережечки. Тут я кушала Happy Meal. Я люблю Макдональдс. И в тот день мне хотелось есть Макдональдс для детей, так что неважно. Мои парфюмы. Мой самый любимый парфюм, я думаю. Он был Нарцисса Родригес, но потому что мой Прада кончился, но я вас уверяю, там есть еще капля или две. Я его очень люблю. Этот самый мой нелюбимый парфюм, и это мой самый новый парфюм Lady Gaga Fame. Пробочка от вина, очень хорошего. Я и мой хороший друг кушали в одном очень хорошем ресторане. Я забрала эту пробочку, потому что такая я, глубокая. Мои всякие липстики. Это три моих самых любимых листика. Два от MAC и один от Dior. Я обожаю такие темные помады. Тут мои лаки сидят. Достаточно лаков. Глицерин и не помню, как второе масло для ресниц. Вы знаете, такое масло. Всякая чушь там стоит. И крема. Почему-то
Окей. Мои крема. А, посмотрите на эту штучку, что я сделала. Потому что у меня тут нету места. Так я поставила вешалку и вешаю на нее мои ожерелья, потому что у меня правда нету места. Как я вам обещала, тут бутылки и тут бутылка, потому что надо пить много воды. А внизу у меня немножко моих туфелек. Какие ваши самые любимые? Я обожаю вот эти Ripley самые последние. Очень-очень теплые, вторые из Украины. Вообще-то я все обожаю, не могу выбрать. И вот тут у меня под кроватью открывается такая штука. И тут тоже несколько. Немного. Сейчас не только, почти. И все, там больше ничего нету. Тут у меня всякое для учебы. У меня нету много книг и тетрадей, потому что все я пишу в моем компьютере, как я вам уже и сказала. Тут вообще ничего нету, не обращайте внимания, просто бардак. Дальше в этой стороне у нас телевизор, шкафчик. Тут у меня сумка, потому что я сегодня ее буду забирать. Потому что я улетаю сегодня ночью еще раз в Мальту. В прошлый раз в Мальте я вам не делала влог, но в этот раз, поверьте мне, я сделаю вам как можно больше влогов. Так. Тут у нас телевизор и наше окно. Давайте посмотрим в окно. А, и мой трипод, чтобы я снимала видео. И вот вид из моего окна. Правда, я обожаю это место. Оно такое спокойное, тихое, красивое, пасторальное. Мне нравится тут жить. Могу показать вам, что у меня в шкафу вот мой зонтик. Классный такой. Да, это мой шкаф. Очень маленький, очень неудобный. Это самая большая у меня проблема. Тут у меня шарфики, пиджамы. Тут у меня колготки, ремешки. Тут у меня несколько шапочек. Ну, просто так они тут лежат. И нижнее белье в двух корзинах. И вот тут... Вы знаете, это шкаф мой и Даниэла. Так что вот до сюда это моя, все остальное ее. И тут вверху тоже все мое. Но тут нету места ни для чего. Я хочу купить такую штучку из IKEA и поставить это где-то возле зеркала или что-нибудь, чтобы я могла освободить шкаф и положить там еще больше. И вот и все. И вот и все. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилась моя комната и мое жилье. И ставьте мне палец вверх, если вам понравилось. И присоединяйтесь к моему каналу. Подписывайтесь, если вы не подписаны. И напишите, если у вас еще какие-то видео есть, что вы хотите, чтобы я сделала. И я думала сделать еще видео вопрос-ответ, но я не знаю, если получится это, потому что... У меня только 120 подписчиков, так что если вам что-то интересно, вы мне знаете, напишите мне вопрос. Если у меня будет достаточно вопросов, я сделаю это видео. Так что спасибо большое и до свидания!